Здравствуйте, ребята, мальчики и девочки. Сегодня мы будем рисовать первоцветы. Это первые цветочки, которые появляются после долгой зимы. Мы нарисуем с тобой сегодня цветы, которые называются кандыки. Они похожи на подснежники, но крупнее и бывают разных цветов. Не только белые, но бывают и розовые, и фиолетовые. Вот такие цветочки. Давай возьмем карандашик и нарисуем сугроб. А сугробик немножко вот здесь растаял, и получилась вот такой вот проталинка. Как облачко, нарисуй проталинку. Это у нас будет земля. Растаял снег, появилась земля. Из проталинки появились первые цветочки. Нарисуем стебелек один, рядышком еще один и еще один. Три кандыка будет у нас. На каждом стебельке давай нарисуем большой вот такой вот овал. Один, два, три. Похоже на шарики, да? На веревочке. Но нет, это у нас будут цветочки. На каждом из овалов сверху давай поставим точечку. Одну здесь, здесь и здесь. Из этой точечки вниз проведем вот такие в стороны линии, уголок. Здесь, на этом и на этом овале вниз проведем вот такие уголочки. Подлиннее их рисую уголочки. Делай побольше уголочки. Не маленькие, не малюсенькие, а вот такие подлиннее. Можно даже еще подлиннее нарисовать уголочки. Вот такие длинные. Так, теперь из каждого уголочка мы вверх поднимем линию. Сюда, с одной стороны и с другой стороны. С одной стороны и с другой стороны. С одной стороны и с другой стороны. Отлично. Между этими уголками овал нужно стереть ластиком. Здесь. 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 Наши кандыки почти готовы. Нарисуем кружок. Солнышко светит. Весна, солнышко вовсю светит. И давай возьмем кисточку. Мы начнем раскрашивать сначала с фона. Фон. Возьмем толстую кисточку, синюю краску. У меня она голубая такая краска. Ну, можно синюю, если у тебя нет голубой. И толстой кисточкой вокруг цветов поставим много мазочков. Вот так. Промоем кисть. И белой красочкой будем растирать эти мазочки, превращая в однородный тон светло-голубой. Такое весеннее небо сделаем. Кончилась красочка белая, промываем кисти чистой, кисточкой макаем в белую, в баночке. И продолжаем дальше растирать, заполняя весь фон вокруг цветов. Вокруг солнышка. Закончилась красочка белая, промываем кисти, чистой кисточкой набираем опять белую. Продолжаем раскрашивать фон. Готово. Белой краской закрасим сугроб вокруг проталинки. Отлично. Промываем толстую кисточку и берем тоненькую теперь. Желтой краской закрасим кружок солнца. Солнце светит ярко. Пока лучики не рисуем, только желтой красочкой солнышко. Закрасим. Почему не рисуем лучики? Потому что фон у нас еще не совсем просох, чтобы нам рисовать. И будем сейчас раскрашивать цветочки. Нам понадобится палитра. В серединку палитры давай положим белую краску. Три раза. Один, два, три. Промываем кисть и набираем один раз или красную, или розовую. Какой у тебя есть? У меня есть розовый, я возьму розовый. Смешиваем со своей белой красочкой. И этим получившимся цветом закрашиваем один из цветков. Закрасили. Теперь на своем цветочке мы добавим прямо из баночки тот цвет, какой мы смешивали. Либо розовый, либо красный. Да, какой выбрали, ту набираем прямо из баночки. И внизу цветочка, вот здесь добавляем этот цвет. Раскрашиваем внизу цветочка вот так вот вверх этим цветом. Теперь, чтобы у нас было равномерное распределение, мы промываем кисть. И смотри сейчас внимательно. Сверху вниз мы проводим вот так сверху вниз полосочки. У нас будет перемешиваться темный цвет со светлым. И будет такой вот неравномерный цвет на цветке. Добавляем в нашу палитру еще три раза белую. Один, перемешиваем хорошо. Промываем кисть. Еще берем белую. Два, перемешиваем хорошо. Промываем кисть. Еще берем белую. Три. У нас получился совсем светло-розовый. Этим светло-розовым закрашиваем второй цветок. Кандыки называются цветочки наши.
такое вот название первых цветочков. Можно вот так выравнивать, смотреть, чтобы был цветочек, какой тебе надо. Промываем кисточку. И на этот раз мы берем из баночки фиолетовый. И внизу цветочка закрашиваем темно-фиолетовым цветом, вот так. Кисточку промываем. И чистой кисточкой сверху вниз, вот так, проводим. Линии у нас будут перемешиваться. Но мы не закрашиваем, у нас остаются линии, остается цвет на цветочке и розовый, и вот такой светло-фиолетовый, и темный внизу фиолетовый, чтобы такие вот были разводы на цветочках. Теперь в нашу палитру мы добавляем один раз фиолетовый и перемешиваем. У нас получается светло-фиолетовый цвет. И мы закрашиваем третий цветочек. Если ты за мной не успеваешь, ставь на паузу, дорисовывай тот этап работы, на котором ты остановился, и потом включай и продолжай вместе со мной. Так, третий цветочек светло-фиолетовый. Опять же, мы берем из баночки фиолетовый цвет и внизу темно-фиолетовым вот здесь вот так вот закрашиваем внизу цветка. Промываем кисть, промакиваем об салфеточку и теперь сверху вот так вот проводим линии. Сверху вниз. У нас будут перемешиваться и такие вот разводы на цветочки красивые. Бутончики готовы. Дальше мы промываем кисточку и давай возьмем зеленую красочку. Зеленую красочку. Весной зелень очень светлая, не сильно яркая, поэтому мы в чистую палитру накладываем три раза зеленую. Один, два, три. Промываем кисть. Берем один раз желтую, хорошо набираем желтую, перемешиваем с зеленой. Опять промываем кисточку и добавляем один раз белую. Перемешиваем. У нас получился такой светло, такой зеленый цвет для наших стебельков. И сначала мы проводим стебелек. Прям вот так нажимаем. У кондыков стебелечки такие толстенькие, не сильно тонкие. Поэтому мы смело можем нажать и вот так вот нарисовать. Возле цветочка, вот прямо вот здесь, вот мы подрисовываем маленький вот такой вот кружочек, бутончик рисуем. Промываем кисточку. Давай закрасим. Земля тут у нас, да, вот на вот этот островочек, проталина называется. Мы возьмем коричневый, покрасим где-то немножко вот так вот коричневым в разных местах, можем это сделать. Коричневым. И теперь промоем кисточку, остальное закрасим черным. То есть будет земля такая глинистая и прям вот земля черная. Там, где у нас не закрашено, закрасим черненьким. Так, чтобы проталинка не была слишком такой резкий переход, мы берем толстую кисточку, смачиваем и по краю вот так вот проводим. И у нас получается плавный переход мокреньким. Так, перемешивается слегка с той белой, которая у нас сугробик, да? Вот так вот немножко мокрой кисточкой по краю делаем, чтобы получилось проталинка. Но не везде, только вот внизу можно по бокам сделать. Вот такая проталинка у нас получилась снежная. Вот так, хорошо. Дальше мы опять берем с собой тоненькую кисточку. И уже подсохший у нас тут фончик. Можно лучики солнышку нарисовать. Лучики рисуем. Солнышко светит ярко. Вот так солнышко светит. Греет землю и цветочки. И еще нам нужно подрисовать зелененькие листики. Но листики у кондыков, они очень тоненькие и не сильно длинные. Они как травинки. Поэтому мы берем кисточку и просто от каждого кондыка подрисовываем вверх вот такие вот линии, как травинки. Много не надо, много не надо. Вот такие вот листики у кондыков. Вот они, наши первые цветочки, готовы. Называются они кондыки. И это первоцветы, то есть первые цветочки после холодной зимы, которые появляются на проталинках, когда сходит снег. Надеюсь, у тебя тоже все получилось замечательно. Если тебе понравилось, поставь лайк и подпишись на канал.